Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня продолжаем проходить Hustle Castle. Ну что же, ребята, давайте глянем, что у меня за это время здесь произошло. Так, дровишки забираем. Ага, подарочки прислали, спасибо вам, ребята, сейчас я вам тоже их отправлю. Ага, с подарками разобрались, в общем, я забрал свой сундучок. И, наверное, ребята, мы с вами отправляемся на карту искать новых врагов. Ну и, естественно, фармить орков, если они у нас сейчас там будут. А они у нас есть, и нам везет, ребята. Так же, как везет мне. Потому что я, как обычно, надеюсь на то, что что-то из них выпадет полезного для меня. Так, ну что, с этой братвой мы разбираемся с вами по-быренькому. Ничего здесь страшного нет. Как видите, в магию я с собой взял броню и на ускорение атаки. Как говорится, вы посоветовали, я прислушиваюсь и буду экспериментировать. Ну что, с этими ребятами мы разобрались. Получаем сундук. Отправляем сейчас этих ребятушек на отхил. Так, выделяйся давай, ага, отлично. И ты, магистр кислых щей, тоже иди лечись. Ну что, ребят, давайте, наверное, откроем сундуки с вами. Единственное, что нам осталось только добрать здесь, что еще не успели. И вроде бы как все, пока чисто. Маны у нас полно. Приступаем открывать. Открываем красный, потому что он дает только ресурсы и ожидать оттуда особо нечего. Ну, а в этом что-то может быть полезное. Ага, мы арбалет получили. Замечательно. В этом у нас что? Ресурсы. Ну, я так полагаю, в этом будут тоже ресурсы. Ага, так и есть. Ладно, в принципе, я пока всем доволен. Единственное, чего осталось, это почистить его немножко. Но это сделаем чуть-чуть попозже. Что же, маг у меня отхилился, возвращаем его. Ну, а воин мой все еще до сих пор дуркует. Давайте посмотрим, ребята, что вообще у нас здесь происходит. Так, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 9. 9 вторжений у нас будет. Это хорошо. 600 тысяч монет мне нужно, ребята. 600 тысяч. И тогда я смогу себе пропать столовку. Это самое минимальное, чего мне сейчас нужно. Так, ну что, пока она у меня лечится, давайте глянем, наверное, что у нас здесь за прогрессы. Противостояние, враг несет потери и дальше в земли врага. Понятно, по карте что? Жужо, давайте посмотрим, что у него такого. Жужо, 82 тысячи мощей, даггерщик, мечник, еще один воин и ресальщик. Ребят, я вам скажу одно, что... это все ерунда, и мы их, наверное, потом разнесем. Но это все будет после орков. Вначале мы разберемся с нашествием, точнее, с вторжением. А здесь у нас кто? Так, ресальщик. Ага, дамагер. Тоже дамагер, ну, магический я имею в виду. И воин. Ну, в принципе, тоже пойдет. Опять же, будет все это после. Ну что, у меня там моя родная отхилилась. Да, так оно и есть, и мы с вами отправляемся валить орков. Так, где они у меня? Вот. Ну что, тут тоже никаких особых проблем не будет. Просто нападаем, разбиваем, забираем сундук и все. Ну, а как видите, у меня нет лучников, у меня чисто три мага. И я себя вполне комфортно чувствую именно в такой компашке. Победили, короче, забираем сундук. Возвращаемся, давайте, ребята, их поставим на отхил. И открывать будем сундуки. Так, что у меня здесь выпадет? Ага, ресурсы. И я, кстати, скажу вам, ребята, что по одному сундучку вскрывать все-таки выгоднее. Сколько я ни делал, у меня шанс выпадения предмета больше, чем когда я открываю или коплю их много. Так что возьмите на заметку. Хотя это не факт, опять же. Вот они отхилились у меня. И давайте, ребята, продолжим наше путешествие по вторжению. Так, 63 тысячи мощей. Три воина. Ну, я думаю, ничего страшного здесь опять же не будет. Как видите, магию я тоже беру сейчас совсем другую. От фаерболов я практически стал отказываться. Ну, еще не совсем, конечно, старые запасы там лежат. Но стараюсь уже делать броню и скорость атаки. С ними как-то я себя чувствую более уверенней. И эффекта, пожалуй, больше. Так, давайте еще разок отправим подлечиться ее. Что там, опять меня Каспер навестил или нет? Так, у, ножички выпали. В принципе, хорошо, но опять же я ими не пользуюсь. Нет, на этот раз
элементаль огненный появился. Сейчас они его быстренько потушат, и все пройдет, в принципе, безболезненно. Ну что же ты так долго у меня лечишься, родная? А что за ножички? Давайте глянем, а, ребят. 766 урона в секунду. Ну, я ножами не пользуюсь, ребята, так же, как и луками. Они мне, в принципе, не нужны, поэтому можно будет их потом смело разобрать. Ну, в общем, посмотрим, как оно пойдет у нас. Ну, а пока она у меня лечится, я хочу вам, наверное, показать сферу, которая выпала мне из сундука, о которой я так долго мечтал. Вот она. 6346. Это воскрешает воина. Это у меня обычный маг с дамагом. 490 урона в секунду. Это тоже у меня маг. Только это на массовую атаку. Так что вот, в принципе, такая компашка. Ну и, естественно, воин у меня. И, в принципе, я очень доволен. Так, ну что там еще? Еще довольно-таки долго осталось ждать. Соберем пока здесь монетки. Так, вот у меня здесь фаерболы, ребята. Ну, целая куча, как вы видите, еще. Поэтому будем их, наверное, скоро, очень скоро заменять на броню и на скорость атаки. Потому что от фаерболов, да, действительно, уже мало какого толка. Так, здесь нужен миллион. У, миллион, чтобы апнуть, елки-палки. Ну что, все, вылечилась она. Давайте, ребят, продолжаем с вами вторжение бомбить. Очередные у нас орки. Очередной у нас сейчас будет сундук. И все, в принципе, хорошо. С каждым боем наш шанс на сундук и выпадение из него чего-то полезного увеличивается. Да почему так мага-то у меня быстро разбирает? Я не могу понять. Как-то не успеваю уследить, кто его так бомбит. Вроде никто не попадает. Он в заднем ряду стоит. Но, тем не менее, почему-то именно только он получает урон. Так, ну что мне с этого сундучка выпадет? Али-баба? Ага, ресурсы. Ну, я вам скажу одно, что ресурсы мне сейчас тоже очень нужны. Я коплю деньги, я коплю дерево, и поэтому, как ни крути, они мне нужны. Так, редкое кольцо наноси, чтобы не просто так, как говорится, ты у меня там стоял. Так, здесь у меня что? Дерево. Четыре чувачка уже работают у меня на заводике, так что нормально все. Так, ну что, отхилились? Да, осталось совсем капелька. Я бы так сказал. Осталось немножечко чайная ложечка. И они у меня пойдут опять в бой на орков. Как же я обожаю этих орков валить, елки-палки. Но я надеюсь, что сегодня мы еще, ребят, с вами по-пвпшимся капельку хотя бы. А знаете почему? Потому что я в любом случае не смогу с орков собрать столько ресурсов, сколько мне нужно на ап. И мне в любом случае придется нападать на замки своих друзей и врагов, чтобы снять немножко денег. Там буквально 300 тысяч пока не хватает. Ну что же, мы их завалили. Получаем свой сундук. Великолепно просто. Надеюсь, не очень... А, мы еще и прогрессик, ребята, с вами сделали. Вообще шикарно. Давай, иди тоже лечись у меня. Так, еще два кристаллика получили. Итого у нас два сундучка. Давайте, ребята, вскроем, глянем, что у меня из них выпадет. Так, ресурсы, ладно. Проехали, а здесь? Ага, лук. Ну, лук, ребята, я не знаю, 458 урона в секунду. Я не особо хочу ими пользоваться, если честно. Инвентарь захламлен полностью. Так, давайте глянем, 458, а этот? Этот разбираем сразу, наглухо. Все, он мне не нужен. 662. Так, ну вот этот тоже разбираем арбалет, потому что он нам не нужен. Ну, вроде бы как все, да? Так, посох 4. А, ну здесь совсем разные посохи. И по броне ничего. По тяжелому оружию. Так, по-моему, дубинку нам придется, ребята, тоже разобрать. Отличненько. Ну и вроде бы как все, да? Пока. Особо такого я ничего не вижу. А, топоры у меня еще, да? Так, давайте-ка вот этот мы бабахнем. Все, теперь уже. Ага, триумф технологий, кстати, тоже надо бомбануть. Потому что и лук этот мне не нужен. Он слишком слабенький. Хоть и редкий, причем я замечу. Так, все, ребят, на этом все. Так, у меня отхилились, да, практически. То осталось немножечко. Я смотрю, мне прислали сундучок. И это кто у меня тут? Павел, спасибо тебе, Павел. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что из него выпадет. Ну, скорее всего, опять же ресурсы. Да, так оно и есть. Ладно, не беда,
Ресурсы тоже нам нужны. Так, возвращайся и продолжаем с вами пинать орков. Так, здесь у нас еще двое, да? Отличненько. Сейчас мы их распинаем по-быренькому. Заберем с них сундучок законный наш. Немножечко полечимся и опять продолжим. Да кто же мне так мага-то валит? Я никак не могу уследить. Кто по нему бьет? Почему только воин и маг крайний получают у меня дамаг? Хм, странно очень. Давайте, идите оба, отхиливайтесь опять же. А я открою сундук и гляну, что на этот раз у меня из него выпадет. Ну-ка, абракадабра. Шиш тебе, как говорится. Наслаждайся ресурсами. Ну и ладно. Так, ладно, будем ждать, пока они у меня отхилятся. В принципе, все готово, можно смело отправляться на карту. Еще три кристаллика заработал. Отлично. Так, тут у нас получается два вторжения. И опять же какие-то слабенькие. Ну да ладно, чем слабее, тем лучше для нас. Так, вот я сейчас специально буду смотреть, кто бьет моего мага. Странно, почему-то никто на этот раз его не задел. Хм. Как я только хотел посмотреть, так все чисто и гладко у нас прошло. Иди лечись, открываем, смотрим, что у нас выпадет. Опять ресурсы, елки-палки, что не фартит так? Когда я играю в нее на мобильнике, ребята, у меня выпадает все время что-нибудь полезное и вкусное. Как только начинаю это играть дома на запись, сразу как назло ничего не выпадает. Как будто игра знает, что нечего тебе показывать свои секретики, и, соответственно, блокируется. Ладно, это, конечно, была же шутка. Ну что, все, она вылечилась у меня, и нам пора опять бомбить. Чем быстрее мы с вами разобьем орков, тем быстрее мы с вами пойдем в ПВП-шиться, наверное, так будет. И что у нас здесь? Ух ты, какая шайка великолепная, а! Великолепная пятерка и вратарь, да? Так, один упал. Все, осталось просто добить, добить этих сосунков. Ну, а потом я в ПВП, надеюсь, ребята, покажу вам, как будет действовать моя бригадушка. Именно вот в таком составе, в котором она сейчас находится. Давайте лечитесь, у меня как раз сундучок, и я хочу его вскрыть. У нас так получается, война, сундук, война, сундук. И ждем, пока отхилится. Моя бригада отхилилась, так что все пучком. Давайте нападать. 62 тысячи мощей. Это для меня ничего не значит ровным счетом. Тем более от обычных орков, мобов, так скажем. Я еще пока ни одной магии не потратил, и это, в принципе, хорошо. У меня ее не так слишком много. Ну что такое, что с игрой опять, а? Начинает лагать, подглючивать. Очень странно это все. Сундук опять же. Ну, надеюсь, сейчас хоть что-нибудь выпадет. Идите лечитесь у меня. Хочу, чтобы выпало что-нибудь хорошее. И давайте посмотрим. Ну-ка. Ёлки-палки, как спецом ничего не дали, а? Все, моя бригада в полном составе, мы отправляемся. И осталось у нас последнее, ребята, вторжение. Да, жалко, конечно. Что я получил? По-моему, лук и ножи, да, если не ошибаюсь. Слабенький у меня был, конечно, поход в этот раз. Ну, еще один сундук мы все-таки с вами сейчас получим. И посмотрим, что из него мне выпадет. В принципе, сейчас мне ничего такого особого не надо. Ну, хотелось бы, конечно, наверное, какой-нибудь магический посох или какое-нибудь усиленное оружие. А нет, ребята, мы еще выполнили с вами прогресс, за что я получил синий сундук. Ну, с синего-то сундука точно что-нибудь хорошее выпадет. Давайте смотреть. Так, тут ресурсы, понятно, как обычно, облом. Ну, синий, давай, арбалет, елки-палки. Совсем, конечно, не то, что бы я хотел. 695 урона в секунду. 663. Давайте бахаем этот лук. Он у нас к тому же обычный, а тот все-таки редкий, да? Да, и вот эти, подождите-ка еще разок. Так, 768. Вот эти вот мы разбираем ножи. Вот эти вот. Отличненько. Ну все, пока думаю, на этом остановимся. Вылечились вы? Да, она отхиливается у меня. И что у нас, ребята, остается по планам? А по планам у нас только одно. Идти валить врагов. Старлорд. Ага, звездный лорд. 60 тысяч мощей. Так, да, магер магический. Ага, рез у него здесь стоит.
Воин и что там еще? И хиллер, да? В принципе, неплохая командочка. Но это его не спасет, ребята. И сейчас вы увидите, почему. Так. Ну, я должен затащить. Должен, ребята, как ни крути. Ничего ему здесь не поможет. Так. Потратил я, конечно, всю магию практически, кроме фаербола. Но я думаю, что, наверное, придется и его. Вот так вот. Все. Я завалил. И сколько снимаем мы с него? Почти 90 тысяч. Это, ребята, великолепно. У меня сейчас денег 443 с половиной тысячи. Ну что же, я скажу вам, это очень даже шикарно. Потому что мне нужно всего 600. Это значит еще 160 тысяч надо. В принципе, очень быстро я должен их набить. Если, конечно, будут у меня такие соперники не очень сильные, с которыми действительно можно потягаться. Ну что же, вроде с магией закончено, ребята, у нас так. И теперь мы можем смело отправляться, как говорится, ПВПшиться. Хотя ПВП очки мне не очень сильно нужны. Но очень сильно нужны ресурсы, как вы понимаете. Так, так. Ну что, вы отхилились? Нет, эти отхилились, а эти все еще болеют у меня, так скажем. Полностью готово, и мы с вами идем на карту. Смотрим врагов. Дима, Алан. Давайте Алана глянем. 59 тысяч. И кто у него тут? Ага, маг, дамагер, воин. Ага, еще один дагер. И хиллер. Ну что же, давайте нападать, потому что это для нас, ребята, лакомый кусочек. И сейчас вы увидите, как это все будет примерно выглядеть. Так, давай-ка, 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 давай-ка. Краса, держись, держись, родная. Так, у него хиллер там есть? Есть, у него нету, по-моему, реса, да? Ну да, за это... А, нет, нету, все, он за это поплатился. Ну, а мы с вами срубаем 50 тысяч. И мне осталось совсем чуть-чуть до апа, ребята. Грубо говоря... Да, грубо говоря, еще 100 тысяч. Давайте-ка возвращать их на отхил. Пускай они у меня пока хилятся. Очень бы хотелось знать, о чем в данный момент она думает. Да, смотрите, куда-то смотрит на шкаф или на полку верхнюю и размышляет. Ну что, вот они, секунды последние остались. Бинго, готово, ребята, все. Возвращаем ее в компанию, в мою. И давайте смотреть. Дима, 25 тысяч у него золотых. О, ты попал, Димка. Ты, конечно, извини, ничего личного. Просто мне нужны твои денежки. Да, конечно, не очень много. За 23 тысячи набирать 20 очков ПВП, это, конечно, очень плохо для меня. Но, с другой стороны, тебе очень хорошо. У тебя будет маленькая ПВП, будут маленькие враги, и, соответственно, тебе очень будет хорошо потом фармить. А мне нужны просто деньги, и, как говорится, нету выхода. 519, да что такое все время это выскакивает-то, а? Кого там все меня, не туда нажимаю вроде бы. Кто такой? О, Каспер, здравствуй, здравствуй, дорогой. Навестил меня все-таки, да? Но надо тебе идти и погулять, родной. Сейчас как бы не до тебя. Так, 520 тысяч. Это получается, мне нужно еще 80 тысяч заработать. Ну, в принципе, это не так уж и сложно. Сейчас мы просто с вами посмотрим, кто у меня там на карте еще есть. Все, полностью восстановилось. Возвращаем и сразу же идем на карту, ребята. Враги. Жужо. Ага, Жужо. 14 тысяч у него, да? 82 тысячи. Давайте разбирать его. Понеслась, родная. Так, маги, 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 давайте, давайте, не отстаем. Все, великолепно, молодцы, сработали как нельзя лучше. Видите, ребята, что значит 88 мощей? Ровным счетом ничего. Блин, как все-таки очень быстро я коплю ПВП очки. Так, идите лечитесь, я, кстати, да что ты все выпадаешь-то ко мне? Я заработал прогресс, как вы видите. Там, наверное, будет сейчас сундучок у меня, да, очередной. Ну-ка глянем. Ух ты, синий, великолепно просто. Ну давайте-ка его сейчас скроем, глянем, что мне выпадет из него. Так. Мантия на мага, елки-палки. Ну, это совсем-совсем не то, что мне нужно, ребята. Так, да у меня даже и лучше стоит. Поэтому я думаю, что
Я думаю, что можно, в принципе, разбирать. У этой броня-то побольше, но статы поменьше. Как-то неинтересно. Ладно, возвращаемся. Так, и как всегда у меня там одна она стоит. Бедненькая, неприкаянная, все никак не может отхилиться. Так, денежку заберем. Осталось совсем чуть-чуть, буквально два боя, если брать по 25 тысяч. Ну давай, давай, родная, ну что ты там так долго? Съешь таблеточку еще или еще что-нибудь в этом роде. Можешь кемарнуть, там как раз кровать пустая. А она ест таблетки и давится. Все, это отлично, она у меня отхилилась. И идем. Так, что у нас здесь? Босс. Угу. Давайте глянем сейчас мы босса. Так, взамен ставим духа. Льва. Что у нас там с боссом? Так, 84. Ну, если честно сказать, ребята, то судя по формации, практически такая же командочка, как и у меня. И я думаю, что, наверное, не стоит. Давайте мы кого-нибудь другого глянем. Потому что по мощам вроде равно. Омер. Хм, Омер. Ну, давайте. Ну, Омера, я думаю, так. Маг. Да, его, конечно, можно было бы, но все-таки я думаю, что можно, наверное, еще кого-нибудь, ребята, глянуть. Вот Робина, например. 88 тысяч хп. Тоже все это ерунда. Так, у него тут хиллер. Это хорошо. Тоже хиллер. Это вообще великолепно. Так, и Рез. Слушайте, ну я даже не знаю, ребят, не знаю. Два хила и Рез как бы плоховато, но можно было бы попробовать. Ну, а здесь у нас Жозе. Кстати, 32 тысячи. Может быть, мне напасть на Жозе? Эпическое оружие у него все-таки. Так, ну, особого... О, ребята, у него, по-моему, нету воскрешателя. Поэтому я думаю, что Жозе сейчас будет у меня следующим врагом. Так, что у меня там с моей компашкой? Ага, они все у меня готовы, все стоят, все ждут. Где наш Жозе, блин? Вот он. Давайте его, естественно, атаковать. И посмотрим, что у нас получится из этого. Угу. Так, понеслась, родная. Ну что же я могу сказать? Судя по началу боя, мы затащим, ребята. Мы должны затащить. Да, мне, конечно, пришлось применять магию, но... Я другого выхода для себя не находил. Все, мы разобрали. Остается последний тут маг. Он падает. И мы с него получаем 32, почти 33 тысячи золотых. И меня это радует. Все, отправляем опять отхил. Ну что, мне не хватает буквально 21 тысячи. Это один бой. Один бой, и в принципе я даже догадываюсь, на кого мы сейчас с вами пойдем. Давай шустрее, а то смотрю, расслабился она у меня там. Богдан, 50 тысяч, в принципе, неплохо было бы, да, ребята? Этого достаточно, чтобы покрыть мои расходы. Сейчас мы глянем его, что он из себя там представляет. Ну-кася. У-у-у, ребята, это мой клиент. Это вообще сказка просто. Подарок, так сказать, судьбы. Ну что же, все, разбираем. 50 тысяч я получаю, и все на этом. Не этого за глаза, чтобы сделать ап своей столовки. Но меня, знаете, как обычно, жадность посещает. А что если попробовать накопить 900? Нет, это, наверное, слишком много. Поэтому даже 630 тысяч у меня уже. И еще при этом я получил сундук. Шикарно. И что выпадает? Ух ты, на алхимика. 390 ресурсов в час. Где мои ребята-алхимики? Так, ну-ка давай посмотрим, что у тебя. Естественно, мы меняем. А теперь надо глянуть, сколько? 280. Так, у тебя лучше стоит. Вот сюда мы, пожалуй, и поставим, да? Давай, надеваем. А эту мы разбираем. Все, отличненько, просто великолепно. Алхимики у меня та же, как и казначеи, одеты, можно так сказать, с иголочку. А вот эту тоже разберем броню, потому что она мне уже не нужна. Она уже устарела, как когда-то писали вы.
Ну, в принципе, вроде бы пока все. Колечко трогать я, наверное, не буду. Так, что, она отхилилась? Ну, практически уже да. Остались тут доли секунды. Столовочка. Знаете, в чем, ребята, проблема? Проблема здесь в одном, что если я начну сейчас апать столовую, сколько она там по времени займет, я не смогу, ребята, ничего сделать. Потому что яблоки не будут поступать. А яблоки, вы знаете, это все у меня сейчас в данный момент. Леха какой-то, Леха, тезка мой. Ух ты, 55 тысяч. Ладно, но у него слишком мало ресурсов, ребята, слишком мало. Поэтому я думаю, что... Вот, Джулиана сейчас глянем. Хотя зачем мне сейчас ресурсы? О, ну вот этого просто... Просто охота убить, чтобы он знал, что нельзя так делать. Нельзя оставлять всего двух воинов у себя в этой. Или уж тогда никого вообще не ставь, чем вот так вот они у тебя будут получать люлей. Так, отлично. Все, разобрал я их. 25 тысяч, грубо говоря, на халяву получил. И получил ПВП очки. Больше всего меня расстраивает именно ПВП очки. Бегите у меня, хильтесь. Всей кучей. А какой кучей-то? У меня всего лишь там маг немножко получил урона. Ну и мой воин, так скажем. Так, вот я теперь думаю, что нам делать? Апаться все-таки или пойти на Леху сходить? Или пойти на древние ступени, проходить основное задание. А, ребята, у меня тут еще Омар, Робин. Даже не знаю, стоит ли вообще заморачиваться с этим, с боссом, или не стоит. Робин умер. Нет, давайте, знаете что, сейчас, наверное, пойдем. О, Арина, так, давайте глянем. Арина, 100 тысяч, ну там я представляю, что да. Ух, ё-моё, 120 тысяч. Но я вам скажу одно, ребята. За то время, когда я играл у себя на мобильнике, я видел там таких бизонов. За 300 тысяч мощей, там, елки-палки, в легендарной броне, легендарное оружие. Там такие посохи, сферы, которые воскрешают по 20 тысяч хп. Что просто, да, я, по-моему, на одного напал. Я не помню, на замок, на замок я напал. Он просто моего воина убил с удара. А маги его расстреляли моих, как будто, я не знаю, там, комарики какие-то стояли, а не воины. В общем, поэтому я и боюсь, что ПВП очки накопятся, и опять эти бизоны меня там окружат, и я ничего не смогу сделать. А развиваться мне сейчас придется очень-очень стремительно. Так, ладно, возвращаем своих ребят. И пойдем мы с вами, наверное... Ну, у нас всего хватает. Давайте с вами поставим столовку апаться. Сколько будет? Один день, 4 часа. Ёлки-палки. Обалдеть просто. Да, это... Вы понимаете, да? Практически сутки я не смогу вообще ничего сделать. Ну, а мы сейчас, ребята, с вами отправляемся на древние ступени. С наименьшим здоровьем, да? Значит, он атакует. Хм. Ну, а что? Нам надо что-то делать. Поэтому, я думаю, есть смысл на них напасть. А вдруг разберем, кто его знает. 4 голема, это, конечно, жестко. Ёлки-палки, а нифига они поглощают весь магический урон? Нет. Нет. Ух, как плохо все, ребята, как плохо. Но, я не знаю. Так, маги вроде бы пока держатся. Один, конечно, там упал у меня. Блин, еще и воин мой упал, ё-моё. Опа, риснули, молодец, молодец, маг. Ух ты, как мы велика... Как ты даже... Если честно, я даже не понял, как мы так быстро разобрали их. Но, тем не менее, меня это очень даже радует. Да, они все у меня покоцаны. Пойдем их лечить. Но мы заработали сундук. Что не может не радовать. Давайте глянем. Так, что у меня выпадет из него? Бревна, и причем так мало. Даже немножко обидно. Ну что же, воины мои вылечились. Поэтому, ребята, давайте отправляться на вторую часть карты. Как называется? Священные врата. Так, два голема, два лучника и некромант. Думаю, должны завалить. Ой, а магии-то у меня тоже мало. У меня и магии нету. И яблоки заканчиваются. Ёлки-ты-палки, полный попадос. И считай, сутки не смогу ничего сделать. Ладно, хотя бы попробуем здесь разобраться, что к чему и почему. Так, ну здесь, ребята, как я погляжу, вроде бы как-то попроще, да? Попроще. Так, все, големы упали. А, нет. Вот так вот.
и два лучника. Все, они просто сейчас упадут. На самом деле, почему-то довольно легко. И опять я заработал сундук. Опять же, идите лечитесь. Так, беги, беги. А мы открываем сундук. И что же на этот раз выпадет? Колечко. Колечко лесоруба. Так, где у меня лесорубы? Вот они. Давайте посмотрим. Так, у тебя вообще ничего нету, ладно. У тебя, ага, давай-ка сравним. О, слабенькое, слабенькое колечко. У тебя пока нету. А вот это что? 224. Так, меняем, однозначно меняем. И давай сравним. Так, ну что ж, придется одевать кольцо ей. У нее вообще ничего нету. Поэтому вот так вот она будет самое то. Да, а рубанок, чтобы одеть, нужен 10 уровень лесоруба. А у меня максимальный 8. Поэтому пока еще не скоро мне это все светит. Ну что, вам еще долго? Да, им еще прилично. Жаль, конечно, кончаются яблоки, но все-таки еще на заходе к нам хватит. Ну что, ребята, будем пробовать валить. Ну, если с големами все ясно, то кто такой Фрогус? Дальний бой, магический урон. Дальняя атака снижает магическую броню всех противников на весь бой. И атаки наносят дополнительный периодический урон. Здорово просто. Ну, нам, ребята, по-моему, деваться некуда, и придется все-таки на него нападать. Давай, возвращайся, родная. Ах, у меня же еще, ребята, магии нету. Елки ты палки. Ладно, попытка не пытка. Будем пробовать без магии. Хотя бы глянем, что он из себя вообще представляет. Так, вот он какой, значит, да, с лягушкой на голове. Так, ну что у меня маги эти делают? Маги все отлично пока справляются. Кстати, големы, я вам скажу, вообще вата. А вот сам Фрогус, ну-ка. Елки-палки, мы ему почти, ну как ему, общую хпшку мы ему снимаем отлично. Но он атакует очень жестко моих магов. Ребята, вы посмотрите, у него массовая атака. Два мага моих упали. Сейчас, если упадет у меня воин, это будет плохо. А он у меня сейчас упадет, ребята. Да. И у меня остался дамагер. Даже не хил, не рез, а дамагер. И он сейчас у меня тоже упадет. Все, упал. Печалька, конечно, я хотел бы его сейчас завалить. Но, ребятушки, боюсь, у меня ничего не выйдет. Знаете почему? Потому что у меня не хватает яблок. Яблоки закончились у меня. И это, ребята, очень прискорбно. Потому что без них я ничего не смогу сделать абсолютно. И это буквально сутки я буду просто простаивать, пока у меня не проапается моя столовка, где, в принципе, яблоки и добываются. Ну что же, ребятушки, на этом я тогда буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И попробуем все-таки убить этого Фрогуса. А на этом все, ребята, всем пока, удачи и до новых встреч.